Всем привет, дорогие друзья! Мы вернулись. Мы сейчас сыграем одну карту Фамл Пати. А потом пойдем отдыхать. Как у вас дела? Как бодрость духа? Алло. Все, ребят, я включила. Их вы тоже слышите. Ой, да, здравствуйте. Да. Здравствуйте всем, всем здрасте. Привет. Всем здрасте, моим здрасте, всем здрасте. У нас хэллоуинская настолка, как говорится. Да, хэллоуинская настолка. Ой, камера не слишком здоровая, ребят, скажите мне, или поменьше ее сделать, пока не начали. Нет, нормальная. Привет. Бог пусюков, крысюков. Играйте, я согласна, спасибо. Так хорошо, что у меня никого нету. Я хомячу потихоньку. Все настроили? Угу. Поехали. Угу. Да, настроили. Можно и побольше. На весь экран, да, знаешь, сделаю. А где игра, которая была первая? А мы уже поиграли, все. Поиграли. Поиграли в нее. Стоп, достаточно. Надо в Фамл Пати камеру перетащить чуть ниже, подождите. Угу. Бум. Ну так, конечно. Как всегда, мне везет вот с самого начала. Так, все хорошо, хорошо. Здравствуйте всем. Боря, привет, Бубу, да. Бубу это, который Бубу. Хэппи Хэллоуин. Спасибо, спасибо. Вас тоже, как говорится, хэппи Хэллоуин. И все вместе. Признала, приятно. Да я залипаю на твои видосики. Здравствуйте всем, здравствуйте. У меня раньше тоже крыски были, но обычные, декорашки. А что мы поставили? Сколько у нас кубков? 6. Угу. Ну просто тут их много появляется, душ этих. Угу. Я поняла. Угу. 6 кубков. Надо просто запомнить. Потому что когда мы ставим 7, они же выходят за вот эту штуку, получается. Угу. А, это апельсинка. Это апельсинка. Я почти доела, извиняюсь. Спасибо. Приятного аппетита, Настюш. Спасибо, извините, я не успела поесть. Привет, Сет. Ой, да, Сет, привет. Нет. Это фильтр. Бум. Я решила сделать хэллоуинский фильтр такой. Как лучше, чтобы бабочка махала крылышками или оставить ее открытой? Не слишком крипово? Спасибо, Боя, за тыковки. Все, все уведомления возвращены. Угу. Ну так, конечно, забавно было. Все, мы с вами перекусили, я включаю свет верхний. И поехали. Ой, и первая игра говна. Да, первая игра говна. Согласен. Спасибо, всем спасибо. Махай, куда махай? А кто я? А это я выкинулась, да? Я на Андрея смотрю. Я ж фиолетовый. А у меня любимое просто занятие смотреть на тебя и думать, что мне хорошо. О, ребята, я нашла косточку, нужно сфоткать. Ура! Смотрите. Вот такая фазма мне нравится больше. Всем... Так, сейчас подождите, я чат почитаю, только куда-нибудь доеду. Подождите. Всем фасмам фасма. Ой. Ездим от призраков. Я ненадолго. Хорошо, привет всем, кто пришел. Спасибо, что вы пришли. Ой, не в ту сторону нажал. Ой, да, и мы все еще играем. Ой, да все, короче. А это в этой игре, да, у нас было, что типа Оля поехала не в ту сторону? Да, потому что меня не выпускала типа в обратную карту. Да. Меня карта не пускала тогда. Да-да-да. Блин, я тоже доехала. Игра... Могла бы просто засчитать, что я финишнула. Чё, Дим? Оля, это что у тебя? Что? Что у меня? Где у меня? Вы про что? Вы про что? Вы о чём? Спасибо за призрака, спасибо. А там есть какие-нибудь зомби? Просто на этой карте много зомби. Есть зомби-эмоджи? Было прикольно. Спасибо за лайки, спасибо большое за лайки. Могу так. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.
Я сейчас так ошалел. Чего, почему? Я посмотрел на Олю из-за схожести Ника, думал, что у меня 40 ключей. Полетело, у меня нету 40 ключей. Их жалко. Очень жалко. Очень жарко. Чего? Очень жарко. Да. Во, зомби-черепушки, класс! Это прямо под эту игру. Да. Hasta la vista, bebé. Вот это я плохо сделала! Ничего, следующая я. Обидно. Я почти забыла, как тут обидно. О, зомби пошли, понеслись зомби. Спасибо большое, зомби тут, да. Ой, тиковка. А чё, как? А я забыла. Пробел взять. Ой, а где я? А, да? Ага. Это куда? Это вот сюда? Сейчас, погодите, я почти мастер собирать. Просто очень медленный мастер. Ой, чё? О! Нет? Почему? Голова. Голова. Уголки. Какая? Уголки головы. Уголки головы. А что не то? Привет, Лёш. Обработка на хэлл. Верхняя, правая и левая обработка? Уголки. А, уголки. Да ещё я не успею всё равно. Успеваешь? Ничего не успеваю. Успеваешь? Я кнопки путаю. Кутаю. Подождите, на последних секундах. Да! Я путала кнопки. А. Спасибо за лайки, спасибо. Ребят, спасибо за зомби в чате. Точно. Если хотите какой-нибудь, типа, хэллоуинский фильтр, напишите плюс в чат. Если оставить вот этот, напишите минус. Точно. Всё, я поняла. Я просто читаю, обработка, подработка на Хэллоуин. Я такая, деньги, заработать, чё, где, куда. Так я просто голова думает. Спасибо, Алекс, за розочку. Так, княпки. Княпки мы любим. Работка не нужна, поняла. А чё, зря я, что ли, да, полоску на нос рисовала и подкову вот эти все рога клеила? Рожки настоящие, ну, типа. Настоящие, конечно. Хорошо, поняла, не надо. Я вас понял. Я хотела быть крипи, а в итоге... И так, почему достаточно. Не играете в фобию? Потому что все закончится. Спасибо. Этой игрой. Спасибо, ребята, подарочки. Спасибо. Хорошего понемножку. Да. Достаточно было уже сегодня это. Лишений жизни. Ой-ой-ой, куда я побежала? Боря, спасибо. Да. Спасибо большое. Спасибо тебе за огонёчки. У нас пожар в чате, ребята. За ты, ребята, внимание, тарик. Пожар. Поворот не туда. Кусь. О! Денис, спасибо за шалость или гадость. Ой, ну ты понял. Спасибо. Добрый вечер, Сьёчек, добрый вечер. Чопельки. Так, все спокойно, мы бежим за ребятами. Внимательно бежим. Блин. Или не очень внимательно бежим за ребятами. Где тут? Подождите, ребята, мы же за вами бежим. Ой, а тут. Вы как сделали? А, вот так? Привет, привет всем, привет, кто пришел, здравствуйте. Подождите, я не успеваю. Блин, прости. Спасибо за тыковки, богемон. Я не успею. Лучше иметь друга, чем друг друга. Спасибо большое за то, что жамкнули сердечко на твичанском. Спасибо.
Хрусь. Спасибо, спасибо большое за лайки, спасибо большое за лайки. Хрусь. Несомненно, я помер. О, господи, у меня когда высвечивается чей ход, я постоянно думаю, что кого-то забанили в чате, сразу такая, кого? Ой, ой, пошла, короче, далеко. Классная обнова. Ты про Фазму? Фазме, да. Здесь, если, по-моему, что, даже не если было... что, это не Фазма сейчас. Нечи, ее что-то знает. А, это того, что мы не играем, да? Чё за жесть-то такая? Давайте крутиться вместе, кружиться. Ой, а вы где? Мы кружимся в танце. Про Памел, это же, ну, типа, не обнова вроде как. Сегодня в белом танце. Единственное, что тут кубики в Памел обновили. Да, кубики. Ой, я нашла Настю. Где? Вот она. Мать, ты где? Вот. Где? Вот. Где? Вот она я. Вот. Где? Вот. Я вижу только Андрея. Да в смысле? Я... Вот. Не понимаю. А! Ой, перевернулась, подождите. Девочки, заблудилась. Девочки, мертвая петля была. Олю все еще не вижу. Да видела только блеклый след от нее. Ладно, Оля, я сделаю так, чтобы вот ты меня точно нашла. Я видел. Вот подождите, так. Подождите, девочки, я перевернута. Игра пинай друзей, да. Да я вижу тебя, вижу, все, хватит. Сейчас попадет реальный, будет расстраиваться. Я их нашла! Сейчас попадет Андрей реально и будет расстраиваться. А это Андрей, я думала, это Оля. Мэйка где? В Телеграме. Мать, да. Сейчас попадет Оля и будет расстраиваться. Нет, я просто потом извинюсь. Самолет летит. Какую обработку? Зачем обработка? Что за это? Что началось? Улетаю из неба. Ты до меня не долетишь? Нет, не долетишь. Долетишь. Стоп, а я что, для вас шутка, что ли? Почему Андрей не на Андреила вообще? В общем-то, я хотела накуканить всех. Я сейчас немножко не поняла. А почему? Почему не воткнулась? За лайки спасибо. Ой. Спасибо, ребят. Ой, самолет-то крылья гнутые. Да. Давайте попробуем подарочек. А шо нам? А нам не шо, вот смотрите. Оп. Ой. Подождите, в кнопку запуталась. Что такое? Да я забыла категорию поменять. Блин. Ладно. Вот ничего. Сейчас должно быть все нормально. Наверное. Да ну! Это какой-то приколдес, что ли, от Памел Пати каждый раз, или чё? Смотрите, нормально все? Этот вот самый с крысами. А, ну, я панику узнала. Олух, твоя привет. Моя любимая. Приветик. Да, я знала, что это твоя любимая. Спасибо за подписочку. Спасибо. Ой. Спасибо. И побежал. Почему Оля не телевизор? Скажите мне, пожалуйста. Я помню, что Оля должна быть телевизор. Стоп, я телевизор. Она телевизор. Подожди, как это? Чего? Андрей тыква? Я тыква. Тут. Я же фиолетовый говорю. Ты фиолетовый. Спасибо большое. Машинки, только такие машинки были пока что. Я вспомнила, что в углу. Я думала, почему в углу нельзя камеру ставить. Тихо. У меня там уведомление. Ну почему? Так, у меня 14 секунд, я смогу. У меня 11 секунд, я смогу. Я смогу обогнать всех. Извините. Нет. Не смогла. Извините. Андрей, не надо, Андрей, подумай. Я не успею. В этот раз мы не победили.
У меня категория обновилась, ребят. Скажите, пожалуйста, на памилку. Да. Взяла лайки, спасибо. Угу. Спасибо за сладости, решалась, Денис. Денис. Спасибо большое. Я открыл. Да, моя камера переехала. Сегодня в белом танце кружимся. А завтра мы в роддоме тужимся. А что, ты боишься, что я что-то тебе сделаю? Нет, я вот этого в труселях боюсь. О, да. О, нет. Настя, мы будем бегать с двумя дурачками теперь тут. Ты мне не нравишься. Все, что могла сказать Настя. Ты мне не нравишься. Не нравится? Не нравится он мне. А где второй дурачок? Второй дурачок вызовется. А что я-то сразу? Да нет, твой кролик. А. Я злю. Я очень плохой. Оля, я... Простите. Под столом. О, моя любимая. Ой, извините. Что ты будешь... О, да. Тайгерсы на борсах, да? Как там? Бирсы на борсах. Бирсы на борсах. А, да, иногда стримы приятнее слушать. Бирсы на дирсах. Бирсы на дирсах. Борсы на дирсах. То есть кабанчики на оленчиках. Я себя такой глупый чувствую, когда именно в эту мини-игру играю. Честно вам говорю. Да. Всем хай, всем привет. Всем. Кролики на борсах. На кабанах. На самом деле очень легкая игра. Я не понимаю, зачем вот это вот. На фоне всего остального. Да. 6-6-6. Рывится на пандах. Рывится на пандах. Ой, их плохо видно. Видишь панду с рогом? Значит, это... Да у меня зрение плохое, какой панда с рогом? Рывец на панде. Я не вижу рывица на панде. Мы все первые. Где? Мы молодцы. Непременно, несомненно, Шедеран. Это я. А можно мне... А, я чё? Ага. Да-да. Обидно. Я не хотела. Можно? Панки. Хочу панду себе. Зачем? А чё нет? Она будет сидеть и кушать у меня. А это мои ключи. Чё я радуюсь? Там ещё мои чуть дальше будут. Можно фосмофобию? Фосмофобия ещё будет, ребят, на днях. Я монстром стал, что ли? Нет, ты в монстре просто. Ты вошёл в него. Угу. Текай. О, утёк. Сейчас побежит, смотрите. Угу. Вообще не страшно, знаешь, ключи тебе? Вы знаете, когда это не везет, так это Андрей. Спасибо, Боря, большое за пандочек. Тоже хочешь панда? Ой, Боря, спасибо за пандочек. Вормс, да, прекрасная игрушка, можно будет как-нибудь поиграть. Или в Hogs of War. Вормс, это там, где ползающие червячки? Да. Есть Вормс 3D, она прикольнее, чем 2D-шная. Ну, 2D-шная тоже прикольная. А ты куда пошел? А он не за мной, он меня уже убил. А, нет, он на меня уже атаковал. Так, а он за мной пошел. Любимая игра всех голодных стримеров. Мини-игра. Это гораздо лучше, чем панда. Что именно? Ой. Андрей, который забирает мое золото. Всегда везде. Нужно больше золота. Оль, например, забрал. Хе-хе-хе-хе. Простите, хорошая была шутка, вы не оценили. А, не понял. Панда же врут как не в себя. Ну, как я. Мы подружимся. А потом подеремся из-за еды. Но почему ты меня убил?
Да почему ты тоже меня убил? Ой, бежала. Ты побежала с маленьким мешочком? А мы бегом. А я иду такая вся, вдоль Чикабана, я о, иду не такая вся, на так, сердце так, рано. Хоть что-нибудь бежу. Чуть-чуть. Я не пожарничал, взял маленький мешочек, отнес. А что, в чем ты сделал персов? В блендере? Опыт большой, опыт. Опыт. Блендер. О, призывает свою белую прелесть, смотрите. Опять этот тампон с ушами будет носиться и всех убивать. Ну как тебе сказать, он обычно носится где-то там, далеко. Ты где-то там. За горизонтом, сталкер, привет. Такая Настя, как это... Сфальшивил очень сильно. Нет, как вот этот мужик, который на снегу... Нормально. За горизонт. Владимирский централ. Памель-пати. Памель-пати. Игра. Румель-пати. Пумель. Пумель-пати. Девишки, все хорошо, все хорошо. Дела хорошо. Ой, у меня есть ружо. Ой, можешь защититься от монстров. Угу. Да. Давно стрим? Нет, только начали. Покупку только у всех. А, программа такая. Покупку, заяц сраный, иди-ка ты в жопу. Я вижу тебя, пушистая, ты как... Нет, не ешь меня, спасибо. Ну чуть-чуть, ну одна писечка, просто шажочек, ну блин. Нет, я из Москвы, солнышко. А он за мной все-таки идет? Это да. Мэйка из Киева. А я из Москвы. Я думала, ты показываешь на Мэйку, и я такая, типа, у нас нет Мэйки сейчас. Угу. Я просто сидел, я сломалась в какой-то момент. А что тут Тольятти и Усинск, да? Нет, Самара. Да, Самара. А, ну ты ведь говорила... Я не так... Самара, я говорю. Да? Я думала, Тольятти. Стоп. Ладно. Самара, значит. И у меня память, ты знаешь, какая. Угу. Стой, не взрывайся. Ой. В смысле? А чё, в смысле? Опа! Ай, меня долетело. Не опа. Пиу! Я отвыкла просто, где я на самом деле, ну точнее. Почему Настя зайка? Я король, ну там, корона же. Зайку бросила, кай яйка. На чём остался, я не помню, зайка. Под дождем остался зайка. На чем? На чем? Ей бы лишь бы на чем-то кто-то остался, как говорится. На чили, на расслабоне. Приветик. Иди. Ой. Да в смысле? А, это не я. Это где я? Ой. Я смотрю на Олю, думаю, я застрял. Вот это я плохо сделал. Андрей, застрянь где-нибудь. Настя опять подвинулась на стуле. Куда? Нет, я сейчас ничего не делаю. А! Андрюха. Чё ты Настю так подставляешь? Мысли. Ой, плохо. А, ну если кто-то хочет спать, то бегите спать обязательно. Сейчас уже очень поздно, поэтому как быть дела, да? Надо спать. А, нет, я не зайчиком бегу. Не-не-не. Все хорошо. Я далеко не зайчик. Оля зомби знает. Плохо, по-моему. Оля знает все, что угодно. Но не знаю. Давайте попробуем на ракете. А зачем? А я не знаю. Так, пойдем. Где бабла срубить? На Joy Casino. О, простите. Идеально. Ну, посмотрите. А, почти идеально. Оля такая, идеально. А, ну ладно. You can really dance. А, кстати, really dance. А где этот говнюк? Он далеко? За Настей идет, там справа сверху. Да, он справа сверху. Справа сверху? Я не докачусь? Ой, я не докачусь. Нет. Или докачусь? Не докачешься.
Давай, стой. Колбасочкой, колбасочкой. Ну ладно, зато красивый пуф сделала. Пуф, который даже не видно было за деревьями. Вот еле дошла, и было бы ноль, у меня бы выпал ноль. Hi from Latvia. Hello. I'm glad to see you here. Welcome. Сейчас пойду надо работать. Боря, держись, пожалуйста. Стрим не грузит. А попробуй обновить. Обнови. Должна грузить. Люди вроде не жалуются. Хрусь? Кусь? О, отвязался от меня. Пошел. А нет, не отвязался. Сделайте куст мне. Чё? Я какой не парикмахер. Где куст? Где куст, да. Ой, опять эта какашка. Лёгает? Там, где нужно нюхать хвостики. Плохо, что лёгает. Я слева была. Ага. Да, Андрей. Так тебе и надо. Я считаю, у нас дружба. Что-то новенькое. Ой, я думала, я проеду справа. По красоте. Завтра еще рано вставать. Так беги спать, беги скорее спать. Ты чего? Если завтра рано вставать... Понял, два на одного было сейчас. В смысле? Нет, неправда. Он почти уехал. Ой, у меня два куся. Ола. Да, это типа змейки. Кусю. Кусю? Гузюн. А, кусю. Гузюн. 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 Слышь, Соша. Гузюн. Приходи ко мне, я тебя гузюном угощу просто. Гузюн. Гузюн. Так, подождите, а где вот этого чучело-мяучело? Ой. Пока у меня 1%. Это такая грустная фраза в чате просто. Да. Hello, darkness, my old friend. Мы бежим. Darkness, my old friend. Очень хочу досмотреть. Но не-не-не, оно того не стоит. У нас будет на ютубах и у Оли, и у меня, да, Оля? Да, my old friend. Если сохранится. Нет, что ты сказала? Я говорю, hello, darkness, my old friend. А, мне послышалось, да, мой oil friend, что ли? Что-то такое мне послышалось. Мой маслянистый дружочек. Да-да, я подумала, типа, а если чё? Моя маслиная подружечка. Моя оливочка. Джага-джага. Джика-джика. Ой, я хожу. А почему ты мне говоришь, туда идти, если... Ладно, иду туда. Почему не сюда? О, подарочек. Подарочек. Посидим в коробочке. Подарочек. Хау, мне 7. Бори 7%. У кого сколько процентов? У кого меньше 10%, ребят? Под свои проценты в чате. У меня 87. Я иду за топ. Меня накуканили, ребята. Представляете? Откуда у вас столько ключей? Вы где все успели достать, ребята? Накуканили. Да, накуканили? Я только с этого ушел. 34. Остальные все на зарядке сидят? 62. 56. 19, но на подзарядке. 95. Неплохо. Не один. Боря, спасибо за ролочек. За ролочек, Боря. Спасибо, Боря. Ой, а может обновили, у тебя видно будет, нет? Может быть, сейчас посмотрим. 35, понятно. А, лук-огурец. Все, хорошо. Только я лук не вижу. А, вижу. Это мои. Бежим. Уже 6%. Боря, держись. Не спи. Ну тут только на двоих, короче, вещи. Ну иногда появляются, помнишь, иногда мы втроем могли делать. Можно было накосячить и скинуть. 19 выживай как могу. Живем. Чего? Капуста, это вот это понятно. Тыква-огурец.
А я капусту вообще не вижу. В смысле, она маленькая? А вот. Ой, не то. Фигни набрала. Где капуста, да? А все. А все, уже все. А все, нету больше капусты. Давненько я так не кайфовала, как с вами эти вещи. Подожди, Джонни, ты хочешь сказать, что вчера... Капуста, банан. Сейчас. Груша, капуста. Капуста. Ты хочешь сказать, что тебе вчера не нравилась моя игра? Капуста, банан. Груши. А где капуста еще одна? Вон она слева внизу. Вижу. Капуста! Люблю вас, мы тебя тоже, но ты мне лучше скажи, что вчера-то. Вчера тебе что, не понравилось, что ли? Было мало, в смысле мало 2 часа. Ну он, видимо, привык к нашим эфирам по 7 часов с Андрюхой просто. Когда я такой сидишь. Пожалуйста, всоси нормально. Спасибо. Ага. Ненормально. А, на халтуру, что понятно. Настя варит супчик. Какой супчик? В смысле, было мало. Ребята, амбаров было очень много. Мы прошли 3 локации. Вы что? Ой, далеко пошли. Всем привет, извините, опоздал. Да не страшно, приветик. Ну, считай, только о, может быть, я ключи Андрюхи соберу. Будет хорошо. Чуть-чуть не хватило. Ничего. Блин. Ничего. Помнишь, обещала вернуться к 21? Да, да, помню. А я ушла в 21.04. А, поняла. Мне налево немного неудобно, потому что если будет домик, вот это меня плохо. Перекроет. Точнее, нет, ну не меня перекроет, а... Хотя знаете, что я могу сделать? Я могу просто камеру... Он за Олей идёт. ...спрятать вот так. Ой, не-не-не. А почему ты за мной идешь? Не надо идти за мной. У тебя больше всех ключей. Не надо. Нет, пожалуйста, кролик, держи себя в руках. Помни, что мы с тобой друзья. Вот сюда. Вот, и все отлично теперь есть, чтобы... Ты меня ждала. Да, я потом переживала, то, что что-то не пришел. Было обидно. Я еще немного посижу на эфире спать пойду. Хорошо, Славки. Прям тишина. Непременно. Хоть бы не я. И чё, кто? О, нет. О, нет. Ой. Опять он сейчас меня подставлять будет. Ну, кролик, он просто... он нас друг от друга отделяет. Кролик убивает с одного укусика. Как плохо. Какой плохой мальчик. Ай. Желание всосаться и не высасываться. Ниоткуда. Так, нет, уйди отсюда, уйди. Андрей, помнишь, мы сегодня были с тобой друзьями хорошими, помнишь? Он специально молчит в этот момент, да? Угу. Девушки, уже что-то были? Говорили, у меня Дискорд лагал. Пока есть, Андрей, но помни, что всегда можем быть. Фу, какая я противная, я больше так не буду говорить никому никогда. Следующий эфир в Памел. Hello, darkness, my friend. Я чувствую осуждение. Какое? Нет, ни в коем случае, мы тебя любим. Я еще больше осуждения почувствовала. Такое какая ты есть. Всосалась! Всос произошел. Вазилка, привет. Привет всем, кто пришел. Витя. Супер. Бордяка, привет. Это так забавно звучит. Ой. Твои образы настолько преисполнились, что ты залетел, я посмотрел. Спасибо. Милота в чате. И угар. Это был мой стул, если что. Это тоже мой стул. А это был уже не стул, ребят. Это мои стулья. Я сегодня всех зомби соберу, походу. Да, я такая. Это была не я, это была Настя. Это был стул. Это был стул. Это не Настя.
Как мы далеко сегодня ходим, ребят? Просто уходились. Когда, знаете, по-быстренькому закончим и такие. Не по-быстренькому. А я иду, 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 иду. Да-да-да, вот это вот иду. К Настюхе. И кролик такой, а я бегу, 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 бегу. Туда же. Ой, опять. Помни, что я люблю крольчатину. Пока живой. А вы чё? Вы не хотите? Ну ладно. Можем не стреляться. О, так умереть можно, что ли? Прикольно, и никому не засчитывается? Прикольно. А вы где все? Не поняла. А вы вообще где? Одинокий голубой самолетик. Голубой. Хеликоптер летит, качается. Скорый. Скорые лопасти набирают. Не знаю, почему. Подождите, я сейчас застреваю. Я их не вижу из-за плохого зрения или их нету? Блин, какая плохая центральная тут нижняя фигура? Да, я говорила еще это на прошлом эфире. А вы где? Андрюха нашла! Андрюх тебя под хвостиком понюхал. Обнимашки зомби, да-да? Их нет. Монополия. Давай, Оля, сейчас как назло ты выбьешь больше, чем два. Одиноко, одинокий, одиночка. Это я сейчас только что была, да. Походу, Боря, судя по тому, что ушел, батарейка села. Монополия в жанре фэнтези. Да, это, ну, хотел сказать, фосмофобия. Вот там реально монополия в жанре фэнтези. Та еще. Так, сейчас. Я хочу посмотреть насчет эфира. О, Боря, спасибо тебе за ручку. Я думала, что у тебя отключилась батарейка. Боря, ты тыковка. Вот с розочками пришел. Я как будто Борю тыковкой назвала. Спасибо, Боря. Тыковка. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Так, ща-ща-ща-ща-ща. Это так реально смешно на фосмофобии. Мы идем, мы в доме, нам страшно. У меня уведомления выключены, и просто музыка в наушниках. Па-п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 а. А у меня было, типа, я стою в доме, и мое первое уведомление было, типа, да ты чё? Вот это вот, который орёт, который из Майнкрафт. Меня просто орёт матом на протяжении 30 секунд. Я просто сижу, такая, понятно. Понятно. А, фосмофобия загрузилась, все хорошо. Мы подождем еще, да, ребят, чуть-чуть? А, ой. А чё тебе сказали? А, мне так... Нравится. Нравится, нравится. Я отвлеклась немножко. Я нет, там... нет, иди в жопу, в жопу. И... Это было незабываемо, да-да-да. Кстати, а кто-нибудь знает, когда скачиваешь эфир с ТикТока, вот эти вот всякие уведомления, они тоже, ну, типа, или нет? Вы меня поняли. Зачем я полетела на ракете, вы мне скажите? Какие уведомления? Ну, вот эти, которые у нас приходят с донатиками. Ну, да, конечно. Они о, сосать! Люблю. А, потому что подарки ТикТока, например, ну, не остаются. Ну, подарки, потому что они не на твоем экране отображаются. А на какую кнопку пылесос? Мышка. На ту самую. На ту самую. Настя, которая очень любит помогать своим соперникам. Да в смысле? На ту самую найдешь. Посмотри на клавиатуру, там немного. Можно мне хоть один камушек? Кто тут уже насосал? Видимо, я. Фига там Андрей сейчас сосет. Да вообще от души. Душевно. Угу. Нашедоранила себе, да? Нашедоранила себе. Как всегда. Кто-то тут у меня подсасывает. Я вижу. Это я, наверное. Я просто не вижу, с кем я бегаю, честно говоря. А. С телепиздером каким-то. Да я телепиздер. А, ой. Ты телепиздер, значит, со мной. Плохое слово получилось. Ребят, давайте его сделаем. Вижу, что этого не было. Да все свои, наверное, да? О, вижу! Нет. Уже не вижу, да? Что-то тут светится. Тут должен быть. Все, все. Все, тихо. Пчелиный матка? Кто? Я видел. Давай, пчелиный матка. Пчелиный матка ходит. Да. А. Можешь лететь. А, ну мне зачем лететь? Твой любимый телепизор. Да, есть у меня любимый телепизор. Ой, плохо как получилось.
Телевизор есть. Да, у меня водичка кончилась, ребят. Точнее, трубочка не досасывает сейчас. Позови Настю, она, как видишь, хорошо сосет. Золото. Может, добьем этого чувака? Сейчас добьем его. Обнимашки, обнимашки. Да. Я думала, это зомби пьет. Нет. Спасибо, Борин, за тыковку. Я не знаю, будем ли мы тут через час. Возможно, уже не будем. Но спасибо, что был. Спасибо, что был. За тыковки спасибо. Андроид. А, это он андроид? А я думала, про какого андроида мне сегодня в чате писали. Это он. Вот это я подруга. Это твой любимый телевизор. А, есть. Вот есть. Дрыц-тыц. Телевизор. Тыц-тыц. Телевизор. Да. Обожаю такую графику. Какую? Дрыц-тыц, догоняем. Дрыц-тыц, догоняем. Дрыц-тыц, поскакали. Не-не-не, подожди, зайка. Зайка, зайка. Привет. Поняла. Следующий ход мы летим. Мы летим в следующий ход. О, сниф-сниф тебя в попку. Зайчик. Да, давай, Денис, спасибо, что был, спасибо, что был. Я тебя понимаю, глаза болят очень. Нечестно тому, кто в центре начинает на самом деле. Да что ты? Да. Загадочный телевизор, да, есть такой загадочный. Ну хорошо, телевизор. Если это Андрей. Ведь? Он нас деликатно подождал, прикинь. Да, он джентльмен. Он настоящий друг. Ой. Я тебя жду. Это не потому, что Льдина от меня уехала. Это потому, что я друг. Льдина и два кретина, прости, пожалуйста. И Андрюх там впереди скакай делает. Скакай. Пока я спать. Спокойной ночи всем, кто уходит. Спокойной ночи всем. Рон. Как то? Джентльмен, да. Ребята, подождите. Ребята. Ждём. У меня проблемы. Какие? Ты в Льдине задрифтовала? Ну как тебе сказать, Занюш? Я... По синему морю, к зеленой земле. Это я сейчас пытаюсь... Плыву я на белом своем корабле. Сейчас, секундочка, секундочка, все, я тут, я успеваю. Льдина... Льдине два кретина, это мы, сори. Ой. Подождите. Настя пытается, Настя старается. Настя пытается. Ладно уж, финишируйте, я походу не добегу. Ой, стоит. О, победила дружба. Яй! Зато хорошие подарочки. Да. Которые, наверное, нас опять никуда не всосут. Ты опять тонешь, что ж такое? Я вчера просто тонула очень сильно, очень много, очень, да. Видимо, тонуть это то, что я люблю. Ну, держи мои ключи. Двойка, 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 двойка. Спасибо, спасибо за сердечко. Все. А чё я нет кого? Спокойной ночи всем, кто уходит. Хорошо, что я это сделал. Да. Угу. Так, а мы от кролика полетели. Все вроде как далеко, никого не заденут. В тебе парила перелётная птица. Ты куда? Птица. Нет! Нет! Я полетела, чтобы возвратиться. Чтобы утопиться, похоже. Муси-муси-муси-пуси, миленький мой. После фазмыта глазки закрываются, да. Никотин, здравствуй. Здравствуй, давно не виделись. Давно не виделись. Да, эти мне белые крылья. Утопаю в омуте. Ой. Ой. А я что-то смотрю не туда, пою. Угу. Ой. Да, твою Андрей дивизию. Меня вдарил. Андрей. Ну.
Мне кажется, Андрей меня не очень любит. А тебе как кажется? Мне кажется, он нас, в принципе. Я спряталась в Насте. Неужели ты не видела? Я корону спрятала в короне. Настя там опять уже надумала себе. Чего надумала? Что ты меня вошла, а я такая, типа, ура. Нет. Я про другое надумала. Нет, что я надумала? Ты просто генератор очень обидных фраз. Я? Да. Реально? Да. А что я сгенерировала? Представь, если бы я тебе сказала, мне кажется, ты меня не любишь. Ты б там вообще урыдалась мне в личку. А потом бы еще обвинила меня, обиделась и сказал, что я охреневшая. Неправда. Андрей, прости. Я знаю, что ты меня любишь. Скачи, зайчик, скачи вперед, мой хороший. Тебе повезло. Чего это кому? Оле. Игра помыл память. Ой, память. Помыл память. Помыл пати. Помыл память. Помыл памяти. Ребята, кто играл в «Черное зеркало»? О, нет. По-моему, фильм такой есть, нет? Да, но я про игру. Ну чё, 700 дней в КС, покажи. Где-то квест? Ой. Ой, я упала. Здрасте. Ой. Нет! Почему это не я? Почему он, а не я? Ой, респаун теперь рандомный. Сериал есть, а ладно. Ты пыталась зайти. Да. Просто в спину тебе шмальнули. Опять ты наверху, Андрей. А он там появился, видимо. И чё, я же упала сверху. Прости. На, в лицо просто. Я же упала сверху, на, подружка. Как говорится, пада. Ой. Да шо сегодня с наушником? Почему вылетаем? Всем привет. Никотин, привет. Успел на стрим. Андрей, здравствуй. Здравствуй, Андрей. Здравствуй. В КС? Нет, в КС-ку играет Андрюха. Ну как? Андрей, ты с кем поздоровался? Раньше играл. А, ладно, привет. Дим, ребят, я хочу картошки. Жареной? Да. Тоже хочу. Давай после этого сделаем. Да, 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 да. Зубер. Только я не уверена, что оно у меня есть, но сделай. Когда фобия, фосмофобия, да на днях по-любому будет опять. Да. 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 У нас она частенько. Да, эти не белые крылья. Он там не появился еще, значит, ходим спокойно. Да. Что-то так спать после фосмофобии хочется, вы бы знали. Картошка в углях. Не, я в КС-ку не играю. У меня реакция говна. Ага. Ой. Обожаю фосмофобию. Я после сегодняшнего тоже от всей души люблю. А чего, почему? Ну вы так эффектно померли, я всралась, как никогда не всралась, а потом... В смысле, Андрей, для вас реально шутка? Вы, говорю, умерли. Нет, я про кролика. Так это мой кролик. Я тебя родил, ты меня и побьёшь, просто уничтожь меня полностью. Я думаю, в чём проблема? Я хочу, чтобы ты наказал меня, мой пушистый ласковый зверь. Мой ласковый мерзавец.
Пушистый на все 100. Это какие-то странные звуки сейчас были. Не кролика, нифига. Да, Настя, которая пьет чай. Блядь, индийский чай. Пушистый чай. Да. Это типа, когда у тебя есть кошка дома. Ну, вообще, у меня чай как-то плесенью покрылся. Бич. Ну, твар. Я с тобой не дружу, я с тобой не разговариваю, я с тобой не общаюсь. Я обиделась. О, плютики нашла. А я тоже. Что, мы все всосали в себя? А, нет, не все. Походу. Да в смысле? Откуда вы столько ключиков находите? Где они все? В Андрее, блин. Видимо, там, где меня нет. В смысле, в Андрее? У меня чуть-чуть больше, чем у тебя. Угу. 57-53. Мастер-ключник. 33! Да, при чем тут я? Это Андрюха играет в КС. Я не Андрей. Андрей... Лицо мое немного похоже у него, да, на меня, на демона. Да, но нет. Его 700 дней. Я тратила на другие игры эти 700 дней. Я рассказики писала. Ага, знаю я твои рассказики, Настя. Ты не можешь меня за это осуждать. Не могу. Не можешь. Но рейтинг я бы поставила, знаешь? Какой? Высокий. О! Простите. А зачем я это посмотрела? Скажите кто-нибудь. Настя там покраснела у себя на эфире? Скажите, что да. У меня сзади красная лампа, это не считается. Ребята, это все красная лампа, это не ее смущашки. Настя даже не знает, куда стрелочку нажать. Растерялась немножечко. Ой, я писала сейчас... просто разгонники. 21 плюс мне пишут рейтинг. А это Джонни, ну что ты? Не-не-не, все хорошо. У меня лампа красная, понимаете? Младший брат любовью чистой королеву полюбил. И однажды ей в лесу тенистом. Андрей, ты что там, потерялся от смущения? А где я? Я что-то забыла на тебя посмотреть, я все забыла. Оля все еще читерский персонаж. Спасибо. Что? Андрей, спасибо за матрешку, это было, да? Это не валяшка, спасибо. Почему луч сразу не убивает? Пока очки не кончатся, он не убивает. Настя решила проверить просто. Мне кажется, где-то свиночка делает пи-пи-пи. Это я. Андрюх, все хорошо? Да. А ты что, выключал микрофон? Просто. Ты там пел «Голубая луна», чтобы никто не слышал, потому что я ее спела или что? Нет. Мне кажется, ребята, с Андреем что-то не то. Давайте узнаем, что с ним. Вам Андрей, если что, я тебя люблю. Да, я тебя. Мы тебя любим. Да. Кусю. Андрей, а ты нас любишь? Конечно. Он... Куда ты засунул нас? Скажи мне, что это за звук? Нет! Ой, это мне! Да. Ой, Андрей, тебе Джонни передает, что он тебя тоже... А что было, я пропустила? Я помощница просто от бога! А что было? Размерчик маловат. Да. А. Ясно. Как из сожалением видно. Ну, блин, ну вот так можно. Андрей, ну ты видел, что я пыталась. Я просто да, Q и E перепутала. Я хотела другую штуку выбрать. В итоге такая пиу. Какие интересные рассказы, да.
Как запустить стрим прямой эфир? Для обычного прямого эфира разговорного тебе нужны 900-1000 подписчиков. А для вот такого вот игрового эфира тебе нужно от 10 тысяч подписчиков и отправить заявочку. А где я? А. Спокойной ночи. И отправить заявочку. И надеяться, что тебя включат. Ага, когда будет игровая вселенная. А ты отправлял заявку, Андрей? Конечно. А она разве есть сейчас? Вам интересно, там весело, да? Хорошо? На. Хочешь на ночь? На. Мне не надо, спасибо, не надо, не надо. Сейчас еще появится. А ты кому гуляешь-то? А я вообще не знаю, где я, где я. Где ты? Просто я синий. Опа, опа, ой, блин. Вот, попросила, получила. Я все еще знаю, как читеры здесь, это все еще не пофиксили. Тихо сам с собою, правою рукой. Ой, блин. Простите. Что происходит? Что происходит? Сегодня в белом танце. Я Настю просто... Я Настю, но впускала в себя. Вы не представляете, насколько. Но сейчас вот Андрея пропустила. Настю в себя, да, можно. Андрюха! Подождите, я ничего не понимаю. Андрей, а? Какого черта 10? Почему 10? Откуда 10? Скажи мне, пожалуйста, ты в кого 10 раз пульнул? Волю. Если скучно, можете идти спать. Кильделу. Что сухо, мне интересно. Мне интересно, что сухо. Кто? Кто сухарик? Кто сухо? Что? Говорю, что сухо. У меня просто выпадает наушник и выпадает, не могу понять, почему. Ты его протреб себе. Ну, что это проблема? Ну, может, у тебя ушко вспотело. Ушко вспотело. Паша, спасибо тебе большое за шоколадки. За шоколадки спасибо. Телепорту? Наверное, после таких горячих обсуждений у тебя вспотели ушки. Оля. Ты просто вспомнила свои рассказики и такая... Барбара Слэйзер. Хорошие рассказы, джага-джага. Угу. Как плита горячие. Ну, типа, хорошо написано, в смысле, но вы понимаете, Сок, да? Это оттуда. Где живешь, в стране какой? А тебе важно? Страна какая, скажи мне быстро. А мы да, что там... да что там за рассказ? Не для публичного просмотра. Кыргызия. Я из Йошкар-Олы. Это рядом с Казанью, да? Вот это ты географ. А я сама не знаю, где это, но помню, рядом с Казанью. Ну. Рядом с Казанью, по-моему. Топ? Там 100 километров от Казани. Меня умиляет его хвостик. Тяка-тяка. Йошкар-Ола, это рядом с Казанью, вы чё? Реально? Да. Это не Сибирь? Господи, я географию сдавала на 5, чтобы вы понимали. Я тоже когда-то. На 4. А теперь у меня Йошкар-Ола. Вот она разница, и я на 3, которую сдам. Правильно говорят, отличники они всегда такие. Ну, да ты замотал, понимаете? Это нельзя так делать. Как? Вот так. Как так? Ну так нельзя делать. Ой. Зачем я это сделала? Зачем я это сделала? Не надо. Угу. Попробуй найти. Я звук по географии что где? Да, Андрей! Мне кажется, он это, ну, как бы, слишком умный для меня. Он сейчас опять спрятался где-то. Вот тут где-то. А где? А бомбы нету! А, есть. Подождите, а где он? А я где? А, вон я бегаю. Ёлки-палки. Бада-бум, бада-бум. Подождите, мне интересно, пока я жду, пока вы ходите, мне интересно, где Йошкар-Ола. Ты первый ходишь. Что тут надо делать? Чего? А! Заметила. Извините. Привет всем, привет. Надо... Это как горячая картошка, чаёчек. Игра Памел Пати. Лин Финик. Да, да, Никотин, правильно. По чату я всегда пробегаюсь. Но я не все читаю вслух.
Сейчас мы подождите. Кормим зомби. Да-да-да, мы сегодня... Кто этих кормим? Ну там, по-моему, где-то около 100 километров до Казани, я точно не помню. Какой это республика Мариэл рядом с Чебоксарами? Ну, Мариэл. Рядом с Казанью. Нету там Чебоксары. А у меня у метро есть... Новгород. Мариэль, торговый Казань. Центр. Я просто в другую сторону. Я влево смотрю, Казань вправо. Ладно, да, Казань есть. Просто я был в Казани и ездил в Йошкар-Олу. Я думаю, о рассказах не думай. Не думай. О них думать не надо. Да. Не думайте об этом, забудьте. Вы ничего не было, вы ничего не слышали. Ничего не было. Вы ничего не знаете, вы ничего не слышали, ничего не было. Странно, что Оля это запомнил. Подожди, это я, подожди. Тут в смысле? Ну какая? Да, мать! Хочешь жестко? Да, как в твоих рассказах. Давай, детка. Я хочу так. Тогда это не так и будем жахать друг в друга, короче. Нет! 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 Уйди! Да, Оля, да каком... А куда уйти? Сегодня, да, в лаву. Мы сегодня больше не будем играть, только по Мелпати доиграем, и все. Хотел сказать по домам, но мы уже по домам. Да. Жалко, что не в одном, да? Ай, ну да. Сейчас бы Настя просто за лаву подбежала ко мне со своего эфира, звезданула и убежала бы обратно эфирить. А мне бы компьютер выключил, подошел бы. Она просто бы вышла вот в коридор, щиток бы вырубила, и все. И типа поиграли. С ноги монитор мой вынесла бы. Не помню плохого мнения. Они обо мне очень плохого мнения. Но при этом мы не против с тобой жить. И вот мне теперь интересно, вы мазохисты? Или вы хотите, чтобы я это... чувствовал себя виноватой? Марина Хаус, да-да. Мне страшно в Марина Хаус быть. Колено Хаус. Текай! Настюха, текай вниз. Я текаю. А, но все равно не утечешь. Угу. Завтра какие? Завтра Оля... А, ну, не знаю. Завтра у меня, по крайней мере, будут там бары в 7 по Москве. А у Оли что? У меня 8 эфир должен быть. Вот, пока у меня 8 эфир. Вот, да. Я просто у себя стул. Здравствуй снова. Стой. Спасибо. А, тут еще. Ладно. А кролик у нас сегодня решил по кругу просто бегать. Угу. Не, ладно. Ой. У меня здесь есть тактика. Андрей, ты где, да? Да, я вижу. И когда начинает наваливать, как бы, у нас просто никаких шансов. Мы не успеем. А где Андрей? А, вот он. Ой. Ой. Да почему я? А 31-го будут эфиры. У нас с Олей по планам пока есть. Пока есть по планам. Да. Я немножечко сейчас расстроилась. А? Я говорю, я немножечко сейчас расстроилась. Почему? А что случилось? Потому что Андрей ногами меня затопил просто, прыгнул. Я упал. Как экран называется? Памел Пати. Слышали, как он хихикает? А вы знаете, кто сейчас ходит? Конь. Какой конь? Он! Конь! Привет. Я думаю, время вместе. Хи-хи-хи. Блин, надо тебя говно убить. Не, лучше бы отсосало. Не хочу сосать. Подарочек, может, выбил бы. Зачем, если я лучше баклажаном вот этого отделаю? Надеюсь, никто под нас не засыпает и не лежит с закрытыми глазами. Ага, да. Я тоже об этом подумала. Вы слышали, Настя? Это... А-а-а, да.
Обожаю, когда у тебя голос чуть-чуть свербит, вот это, хрипит. Свербит, хрипит. О, нет. Дайс, добивай. Я бью! Секундочка. А чем? Баклажанчик. Я только не умею им пользоваться. Вот так? Угу. Вот так? Угу. Баклажан, лежи. Ты нет, ему, лежи вот тут. Ты ему пытаешься приделать его, что ли, или что? Его можно было взорвать, если что. Привет, всем привет. С одним глазом. Что? А, понятно. Слушайте, Фирс помыл пати бесподобно. Да-да-да. Согласна. Глаза боль, кошмар. Ребята, у меня для вас есть ракета. Хотите прокатиться на моей красной ракете? Да. Да. А, простите, мне нельзя. О! Фигня. В которой я постоянно первого умираю, фигня. Я не успел. Блин, просто такая сосредоточенность. Ой, все. Угу. Музыка топ, да, мне тоже очень нравится. Музыка классная. Спасибо за сердечки в чате. Вообще, кстати, звук игры слышен? Кого бы уничтожить? А, тебе нечего уничтожить. На всякий кактус. Ема, у них память. Да, память у них классная. Сейчас соль как засадит. Чего-то не засадила. Да мне что-то... А, он того же, да? А я в кактусе? Угу. 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 Зачем? Почему? Это не просто... Нет, я немножко сонная. Все нормально. Немножко сонная. Я же зеваю тут сижу, а вы типа не видите, что это кому? А. Угу. Мы с Тамарой ходим парой. Да. Спасибо за слайм, спасибо. Ой, это я люблю. Да, это ты любишь. Я правда умираю, но я люблю. Улетаю, я не могу без тебя. Я все думаю о нас. Я не могу передать, что я чувствую сейчас. Не расскажи мне кому о том, кто были мы и как я тебя люблю. Ну, музыка тут классная, конечно. Музыка прямо топ. Спалились, да, есть немного. Ой. Девочки, мы попкорн. Знаете, попкорн, который жарит вот это вот на сковородке, он потом набухает и начинает в разные стороны вот это вот. Это я сейчас была. Ну, поняли, да, поняли? Попкорн. Спасибо, Дмитрий. Чай, заразочка. Я не люблю папки. Я играла в папку, господи.
Простите, я еще... Да что, что ты мне хочешь научить играть, если мне не нравится эта игра? Бабка это играть, если только нормально, по-человечески, типа. А где это сейчас? Секунду. Как микрополкорн делать, он так же отлетает. Во-во, это я. А это как это посмотреть, ну-ка? Отстой полный. Так нельзя говорить. Все это дело вкусовщины. Нет. Алло. А, ой. Шо-шо. Это... Оль, ты ходишь. Да я понимаю, я не туда нажала. А, вот. А. Угу. Понял. Она сейчас меня накуканит, да? Сейчас накуканит. Типа, если играть в PUBG, то только серьезно. Ну да. С турнирами со всеми... Прости. Со всеми делами. Ой. Там зайчик. Спасибо за сердечки в чате. Охота фосмофобия. Ну, на днях поиграем в фосмофобию. Ты можешь поиграть. Там команд всегда много. Угу. Андрюх, все нормально? Голова не болит? Да, нет. Угу. Что у меня есть вообще? Я хотел сказать кексик, но это кактусик. Но я же могу думать, что это кексик. А зачем я его сделал? Привет, привет, Анвас, привет. Что, вас напрягает, что я микрофон включаю? Да. Угу. Ладно, не буду. А зачем ты это делал? Я под It Takes Two уснул. А мы допрошли за второй эфир. Допрошли. Я на них потом ругалась и я. Да, потом ругалась. Да, так и было. Ой, всё, ну чё, было. Устроим Drift Paradise? Да. Это когда что? Ты сказала Насте направо, она сделала налево, да? Да. Уверены, что еще не надо выключать? Нет. Нет, что? Спасибо, сердечко. Не надо. Да? Ну ладно. Мы делаем олимпийский круг, да? Да. Нам нужно еще кругов. Сердечки, чат, спасибо. Ой, подождите, что я делаю? Зигзаг. О, это бесконечность! Это Тити. Кого что? Спасибо за сердечко в чат, спасибо большое. Оля мини-тити делаю. Это знаешь, типа, когда не выросла. Спасибо за лайки, спасибо вам большое за лайки. Ну почти. Два ноль шесть уже. Ого. Надо. Иди спать еще. Она пытается. Давай, бать. Получилось. Все попробовали. Ой. Все попробовали, а мне включили. Всем пока, кто уходит. Спасибо большое, что были. Да, это дрифт. Все правильно, это дрифт. Спасибо за лайки, спасибо большое. Ой. Ты куда? У меня проблемы сейчас. С колесом? Да. Я не кину. Ну не, так тоже не надо. Как бы завтра-то надо спать. А мне завтра надо вставать к мамуле. Ну ладно. Хорошо, Ченечка, спокойной ночи. А? Вы его послушайте. Хрустит он. Ушует. А, ну я ведь дойду, да? Да. Ну можно было ракету, чтоб наверняка. Да. Как ты тогда? Как дела? Нормально, спасибо. Эти мои. Угу. Ты же меня накуканили? Угу. И вернули. А, подожди, это не мои, это Андрея. Блин! Он просто показал, что он как бы здесь. Что же? На этом все. Заставь меня урчать, что ты ешь, скажи. Да ничего, чипсы просто. А с чем?
Не помню, да. Рифленый лосось в сливочном соусе. Рифленый лосось. Я такой рифленый. Меня жизнь потрепала. Вы не представляете, насколько я гофрированный. Это вид обрезки. И какой я сливочный. Ей. Ну. Посмотрите, человек, который играет в осу сейчас. Чай. Индийский чай. Индийский чай. Грузинский чай. На самом деле нормально, зрители. Меньше народ, больше кислорода. Мне комфортно, что тихо, спокойно. Это правда. Настя, которая, в принципе, всегда мало зрителей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой, всё, меня спали, и всё. Тоже чипсы хочу. Тоже хочу чипсы. Вот смотрите на него. Ага. Красавец. Спасибо за лайки, спасибо за лайки. Ребят, похлопаем Андрюхе. Да. Ой, ничего, спасибо, ты... спасибо. Аж фризануло все. Спасибо за подписки. Правда, мои хлопки были похожи не на хлопки, но какая разница, как говорится, правильно? Настя и ее рассказы. У меня эфир пролагал, я вижу, да? Где Хитман? Не знаю. Да. Ну, он был сегодня в Резидент играл. Сейчас нормально все. Угу. Я видел. Хлоп-хлоп. Ты так играл, что у меня аж эфир... Настя! Это стулья! Да что, Настя-то сразу? Мне нравится твоя открытость. Чья? Такому можно позавидовать. Ты про что? Про стулья. А это не я. Настя, почему ты не подкалываешь Олю в ответ? Фосмофобию вспомните! А что было? Я сама начинаю верить, что я старая. Потому что я не чувствую границ. И потом так это прекрасно. Мы выясняем, что я ее обижаю. Нет, если что, я всегда скажу. Вообще знаю, как ты скажешь. Настя, знаете говорит... что, она меня все утро как-то бурыжила, что у нее все нормально, голосом типа. Все нормально. Все нормально. Может, я просто кекать хотела. Ну, Настя. Ой, все нет. Нормально. Нет. Что? Ну, ты сама сказала нет. А теперь удивляешься. Нет, ну впервые сработало. Вот, ролик вот этот... хороший друг сначала такой, нет, поняла, что идет к ней, такая, что? Вы чинитесь, а потом пожалуйста. Понятно, на самом деле, что в голове. Что? Починили, нет? Пожалуйста, ну починитесь. А мне так хочется в это сыграть, капец. Мне тоже. Но я с Андрюхой не хочу, конечно, в это играть. Да. Вспомним классный ник Насти, это к тому, какая Настя открытая. Какой Шадаран? Да ну, ники там это были у тебя на эфире. А! Когда на день рождения ты сияла своим ником лучше больше, чем я? Своим лицом? Да. Ну почему ты сейчас так стыдно? А звук есть, когда жамкаешь. Теперь хотя бы. Влево-вправо и когда на АД нажимаешь. Но у вас, по-моему, очки не прибавляют. Ну, понятно, да. Да шо вы все смеетесь-то? Да шо вы все смеетесь?
Потому что у тебя превосходные ники, Анастасия. Ай! А у меня лик. А еще у нас есть Андрюха, который весь прекрасный. Что за танцы, что тут происходит? Дэнс! Это сломанная мини-игра. Чего Андрюха не понял? А я сказала, ты весь прекрасен. Да-да-да, так и сказала. Не, серьезно, что, ников не... Джонни спрашивает, мы что, ников не видели? Таких ников? Таких я забыла, что у меня день рождения, Джонни. Джонни, понимаешь, Джонни? Да, Джонни. Да я собиралась на день рождения к подруге, хотела все самое лучшее. По-праздничному. До тебя далеко, конечно, твар. Но я близко сейчас буду. Ничего, встретимся посередине, я тебя накуканю. За несколько ходиков. Ты же мой хороший. Спасибо тебе. Боря вернулся, Боря, спасибо за чертика. Спасибо большое, Боря. Спасибо за подписки, ребят. Спасибо, Серж, спасибо. Спокойной ночи. А происходит тут Павел Пати? Да. Да. Павел Пати. Попробуем, попробуем. Улетай. Выбирай. О, я знаю, что она выберет. Чё выберет? По какушке. Мы расслаблены. По какушке. Она меня слишком хорошо знает. А, подождите, я хожу дальше. А чего вы мне не говорите? Я сижу тут уже в чат, смотрю, лежу. Что за красавица? Это игра по Мелпати. Там бегает... Сраный кролик! Там бегает сраный кролик. У нас на ужин, походу, будет картошечка. Спасибо, я такая подумала, зря это, рану похвалила. Эти сатис аниматис. Давай, ну... расслабленные покатушки, очень расслабленные. Всраться, обосраться от таких покатушек. Да куда ты меня насасываешь обратно-то, алло? Можно мне дальше, спасибо, пройти? Нет! Кролика на шампур, я согласна. Кролика нет. Надо на шампур. А ты где, Настя? А, где ты... там? Да как ты туда... У меня вообще катиться не получается, у меня персонаж слишком... Но у меня где-то застрял, я вижу, я сейчас жду, когда Андрей дойдет, чтобы... Я не застрял, у тебя все катится, у тебя все больше... Нет, у меня застрял, посмотри. Нет, смотри. Куда ты так покатился колбасой, алло? Ладно. И я 339 очеч, они там уже под полтора косаря. А, вот опять не застрял. Да-да, а Боря, спасибо. Стоит, а. Настя показывает, как она умеет колбаситься. Да. Да, мне за себя не стыдно. Ребят, у меня сильно пролагало как-то очень-очень-очень. Игра тут. Я ничего не вижу, нормально все идет. Очень сильная задержка, очень сильные лаги. На эфире нет? У меня стрим на Твиче открыт, там все идеально. На Твиче, да. В ТикТоке. Ну, значит, это не у тебя. Не, у меня, я от себя говорю, что у меня стрим открыт мой, и он тормозит. Нет, я понял, значит, не у тебя, говорю, проблема. Если на Твиче нормально все, в ТикТоке нет. Ай, лол, кто я? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Настя, я решил вернуться. Здравствуй, Артур. Ой. Ребятки, сильно тормозит у вас? Скажи, ну хотя... Ах, неизвестно, когда они мне ответят, потому что там еще мини-игра. Там зависло у ребят. Там даже так? А, все, отвисло? Загрузилось? А это может быть у тебя проблемы с интернетом? Нет, нет. Перезагрузи телефон. Ну, в смысле, стрим. Муторно. Все отвисло, все пошло. Хорошо. По идее. Это не точно. Все, отвисло, прогрузилось, ребят. Проверка связи, проверка звука. Это может быть телефон просто.
У многих тормозил. У Лёшки тормозил, у Димки тормозил. Иди в жопу! Да, играем в Павел Пати. Света, ты уходишь, да, уже? Ненавижу кроликов. И мясо у них невкусное. Вот реально? Ну, не знаю, я как только да не готовила, нормально. Только в сливочном соусе с картошечкой получилось норм. Ну, блин, все в сливочном соусе. В сливочном соусе и лосось нормальный с лейсом. Ой, лейс. Лосось с лейсом. Да как так? Нет, еще нет. А, хорошо, хорошо. У них оно диетическое. А, ну ладно. Мне просто не пробовала, мне кажется. А может пробовала, но забыла. А попробуй просто выжить. Я так и пытаюсь. Попытался. Блин, а я только дынщик начала. Я не пробовал кричать. Ну такая. Мне, честно, мне петух больше понравился, чем кролик. А петух это курица? У меня тикток ужасно тормозил, у ребят тоже тормозил. Петух это курица, только петух. Ай. Это тот, который делает курицу хорошо, Настя. Не, ну типа, чем мясо отличается от куриного? Жёсткое и не такое насыщенное и жамкательное. Ясно, понял, понял. Чего-чего? Мне утка больше нравится. Я утку пробовала, но не помню особо её, честно говоря. Ой, утку надо нормально приготовить, она жирная. Жирненькая, жирненькая. Жирная? Мне хочется жирного чего-то. Её коптить вкусно. Мясо, да? Коптить уточку вкусно. Вкусно коптить уточку. Вот это самое вкусное. Копченый утя? В собственном жирке. Вот, вот это самое то. А, ну он сдох. Копченый утя прям вах-вах. Вах-вах, копченый утя? Иди в жопу, кролик. Сет, не соглашусь, потому что я пробовала медвежатину. И медведь, он, конечно, прикольный. Он специфический какой-то. Я бы не стала еще раз есть. Не спрашивайте, как это было. То же самое, кстати, с оленятиной. Оленятина. С оленьками, оленьки, оленьки. Да, а, да. Они специфи... Так, очень-очень специ... Ой. А, не, не тронете. Такое вкусное мясо, но... Знаешь, оленину я бы тоже не стала больше есть. Оленина чем-то... Ну, есть можно, особенно на бутере там каком-нибудь, но если просто так, какую-нибудь копчёненькую и так далее, она чуть-чуть как будто с саками отдаёт. Я про стейки оленины, которые зажаренные. Стейки тоже странное говоря, мясо. Она просто очень-очень какая-то, мне кажется, твердая все равно. Не знаю почему. Вот я сейчас так подло сама себе делаю, но мне так хочется, чтобы Андрей вниз упал. Андрей, ты специально, да? Ты специально. Ладно, ничего страшного, пошли. Пошли вместе, мы же друзья. Роллы вкусняк, я роллы не очень люблю. Нет роллы повести люблю, печальнее почти. На свете, чем повесть Ромео и Джульетти. На двух танках. Настя поехала в Сибирь и завалила медведя. Нет, я ела Финляндию. А можно мне кролика убить, а то я сейчас такая... Угу. На канал. Ой. Я сейчас кролику приду, мне кажется. Ой. Зависло и звук, и видео. А, отвисло. Нет, ТикТок очень сильно что-то лагает, ребят. Угу. Прости, мне нужно идти. У ТикТока жопа, ребят. А, только тушить, да? Твич работает нормально. Ну, мы сейчас. Ну вон, Андрей уже выигрывает, поэтому все, в принципе. Угу. В смысле? Я тут жопу свою еле досиживаю, а он игнорит? Он что-то чуточит свои чипсики. ТикТок завис, ребят. Очень виснет. То есть этого... Ну хорошо, на фосме такого не было. Угу. А так виснет. Но у меня, кстати, не очень виснет. Может, я что-то с интернетом? Нет? Не, у меня отвечает. Ну, может, событие прошло, они что-то начинают обновлять опять. Угу. Убирать всякие события там или еще что-то. Может быть. Ну, праздничные эфиры еще завтра будут. И послезавтра. Нет, там ну, в смысле, я по программе имею в виду.
Так, да, 31-го тоже кто-то... Это как XO Team, что ли, будет у нас? Не помню. Кто-то был в программе, короче, 31-го. Алло. Всем пока-пока, никотин передаю. Пока-пока, никотин. Никотин, пока. Извините, я пока не могу вас считать. Ребят, сейчас вы просто увидите ответ на вопрос, почему я не играю в PUBG. Почему я не играю в КС? То, что мне нравятся эти игры. Да. А тут вообще это никак не характеризует эти игры. Эта штука. У меня реакция никакая про это. И здесь всегда с разной скоростью яблоки падают. Здесь реакция. Я всегда думала, что они с одной. Внимательность у меня тоже, как видите, не к черту. Да-да-да. Это правда. А ну, в смысле, я про себя тоже имею в виду. Я её поддерживаю. Степанка пишет, на интегрированной видеокарте чаще попадало, когда у меня FPS меньше был. А у меня теперь два кролика? Если ты перекочевал, и как тебе тут, Лёх? Потому что не тормозит, ты перекочевал? Вот первый, а где второй? Я на два эфира. Боря на два эфира, да, спасибо. По-моему, я на нем стою, но это не первый. А, или это тот же самый? Значит, нельзя два, жалко. Боря встретился с Борей. Тут встретились два Бори в чате. Да, не тормозит. А знаете, у кого ни одного Бори? У меня. У тебя есть, он на два чата сидит. Нет, сейчас нет его в чате. Не дело. Ой, не дело. Не дело. А вот и Боря. Боря, привет. Спасибо. У тебя... Стой, подожди, пожалуйста, подожди. Переместись телепортом. Зачем? А, у тебя там вообще три кубка. Ну ладно, не перемещайся, чё уж. Сейчас не понял, потом снова не понял. Я тебя с Андреем опять перепутаю. Я думаю, что тебе один кубок остался. А, Настя, которая типа сидела в жопу. Да, Настя сидел в жопу, извините. Стул появится только завтра. Нормальный. Мама прикатит ей стульчик. Представляете, да, через весь город перепокатит. Стульчик. Нет. Они с мамой очень далеко друг от друга живут, но мама не будет такси вызывать. Мама сказала, что на своем горбу потащит. На самом деле, сколько минут ходьбы? 10. Ой-ой-ой. Сейчас была такая постановка, когда вылетела мишень. Ой. Я просто профукала мишень. Андрей, что? Что? А у меня вопрос к Андрею. А ты нажимаешь пробелом или мышкой? Пробелом. А мышкой быстрее. Да нет. Да ёлка. Да. У меня пока пробел прожмётся. Я не умею как ты долбить. Ты долбишь лучше всех, честно. Я никогда не видела, что кто-то так долбил. Мы все ещё про клавиатуру? Да. Ну, про механику. Да, понял. Помогите мне, пожалуйста, как? Бог поможет. Оля, привет. О, привет, Артур. Артур? Здравствуй. Если не тяжело, вообще в ТикТоке я нас смотрела. Все, мне два. Все как обычно. Ничего страшного. Чао. Но ТикТок, да. Что-то веселит. Но сегодня я слышала, у некоторых людей тоже лагало. Эфир не запускался. Спасибо за тыковки, Боря. У меня лагало в начале эфира в Фосму. У меня не это... Горизонтально, короче, не поворачивался эфир. Ребят, через ссылку в шапке профиля можно перейти на Ютубы, на Твичи, на все что угодно. Боря, спасибо, Бафа, за тыковки.
А я сказала Боря, спасибо за такое. По кругу на ракете. Да, спасибо. Я просто забываю. Тот момент, когда ты... Не, ладно. Андрей, спасибо большое за имбирные прянички, спасибо. Да. А, Боря даже не сказал, что я сказала спасибо. О, все? Что происходит? А, все. А, это вручи. Добро пожаловать на церемонию награждения. Мы собрались здесь, чтобы... Если хотите, чтобы мы учитывали другие показатели, вы всегда можете изменить игровые. Нанесено урон большие всех. За вот это вот это сердечко, спасибо. Андроид! Получено ключей больше всех. Андроид! Первый раз лучше звучало. Андроид. Андроид. Выигранных мини-игр больше всех. Андроид! Говорю, спасибо за шоколад, спасибо. Итак, кто же победил, интересно? Как вы думаете, делаем ставки? За слайм. Андрей победил! Представляете? Спасибо, спасибо, спасибо. Что там происходит? Где? Ну, блин. Все, да-да-да, все. Все. На сегодня. Чудеса прям, да, знаю. Я тыкусь везде. Подождите, а тут можешь что-то сделать? Настя, посмотри телевизор. Смотри, тут телевизор есть. Телевизор? Телевизор. Сейчас посмотрим. Телевизор. Не смотри телевизор, это помойка. Он тебе засирает мозги. Так, все, я выхожу, я жопой сидела, простите, я буду об этом говорить. Да, ребят. Так получилось. Все. Поиграли и хватит. Кстати, да, про... на днях, не знаю на каких днях, у меня для вас будут игры. Я хочу поиграть с вами в Happy Game. Это я уже отдельно просто чатику. Я хочу поиграть в I Am Fish. Я хочу поиграть в Silent... А, нет, Silent of Silence, нет, мы попробовали говно. Простите, я отбой, ребят. Хочу в Black Set поиграть. Я, короче, сделаю опрос, где, не знаю, подумаю, в телеге и ВКонтакте. Выберите, во что в первую мы будем играть. У меня несколько игр для вас есть, в которые я хочу с вами поиграть. Нам еще Outlast. А, да, я помню про Outlast, но я что-то так всираюсь. Я вчера с таким удовольствием Outlast у Андрея удаляла на компе. Спасибо, спасибо, Боря, за спокойную ночь, спасибо. А, я вас жду завтра на амбары в 7 по Москве. Мы часик посидим и убежим. Убежим с вами, потому что, Оля, завтра, возможно, эфир. Да. Если все будет хорошо. Вот. Все, спасибо, что вы были со мной. Всем спокойной ночи, всем завтра хорошего дня, хороших выходных. Спасибо за поддержку, я вас очень сильно люблю. Всем до новых встреч. Андрюша заказал рык. Все, всем пока. Всем спасибо, кто был... на Твичанском и Тики-Таки. Всем кось-кось. Ответьте на опрос ВКонтакте и в телеге. Все ссылки в шапке профиля. Пока. Где-то. Спасибо большое, Боря, за подарочек. Всем доброй ночи.